Значит, такой вот пляжный отдых. Сессии вечерние. Рыбку ловят. И там вон вдалеке где-то Мухмутлар. Вон с маской ныряют. Смотрят рыбок, подводный мир. По поводу купающихся, ну смотрите, не так, конечно, как в Сочи. И даже очень далеко не так. Вот. А вода-то намного чище и теплее, чем в Сочи. Так что напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Понравилось ли вам это видео. И собираетесь ли вы ехать в Турцию?